Так, и следующий доклад «Строение реальных католических многослойных нанотрубок» представляет Кузнецов Владимир Красной, Институт катализа Новосибирска. Вот мы когда сталкиваемся с физиками и сталкиваемся с людьми, и некоторые идеализируют те объекты, которые реально существуют, а вообще говоря, вот наличие дефектов, вот уже говорили много раз, здесь в значительной степени очень сильно влияет на свойства углеродных, ну в частности углеродных нанотрубок. Но почему здесь все-таки, я понимаю, меня пригласили, потому что все-таки углеродные трубки, они собраны из графеновых фрагментов, и здесь, так, лазер здесь, где он? На самом деле, значит, можно видеть, даже вот здесь вот на высоком разрешении, что здесь вот есть, существуют дефекты, и можно видеть, что эта трубка образована из каких-то графеновых фрагментов. Но здесь приведен вот вид, скажем так, трубок, полученных вот частицы катализатора. Это массив трубок, растущих в разные стороны, и вот, значит, это размером до 50 микрон. А здесь вот вид, это значит, разложившаяся уже каталитическая частица. В ходе реакции она имеет, видимо, целостный вид. А здесь она, значит, разрушилась у нас. Ну, почему вызван интерес к углеродным нанотрубкам, это понятно. Это различные области применения. Объемы производства многослойных трубок, это уже до, значит, возможность провести существует около 5000 тонн в год. А реально вот используется около 3000 тонн в год. Значит, я просто привел два примера, вот, скажем так, вот, уже так более детально. Это вот сейчас выпускается, фирмы Zyrex могут делать вот такие, значит, катера очень мощные, и из них можно сделать вот такой водный дрон, который 1500 километров, и причем с оружием может куда-нибудь приехать. Вот, а это вот просто велосипеды, углеродное волокно, разматывают, получают. В конечном итоге, но мы разобрали кусочек такого велосипеда, чтобы показать, как он сделан. Значит, это был кусочек руля, видно углеродные волокна пановские, полиакрилонитрильные, значит, порядка 5-7 микрон, они склеены эпоксидной смолой, но для повышения трещиностойкости, ударостойкости, они армированы углеродными нанотрубками, это вот, которая вылезла, значит, путем разлома. Можно видеть, что она очень сильно имеет адгезию к материалу, до сих пор сохраняя вот остатки, значит, эпоксидной смолы. Но, значит, мы считаем, что, значит, вот свойства нанотрубок, которые описывают, также они уже сопоставимы, так сказать, со свойствами графена. Но для того, чтобы использовать их в каждом конкретном случае, мы сразу предполагали, что, вообще говоря, необходимо использовать материалы совершенно конкретными свойствами, с конкретной структурой, с конкретными параметрами. Потому что, значит, свойства углеродных нанотрубок, они очень широко изменяются. Вот здесь вот приведена, ну, скажем так, не катаура плод, как вот все для однослойных трубок существует, но вместе с тем вот зависимость поверхности углеродных трубок, значит, здесь средний их диаметр, в зависимости от числа слоев. Это вот реальные, так сказать, точки, которые мы получали в своей группе. Вот, то есть это можно видеть, что вообще говоря, свойства материала, конечно, содержащего там, допустим, там 10 там, слоев, имеющих поверхность 100 метров и имеющих, допустим, предельные там двуслойные трубки, какие-нибудь там 400-500 метров, это свойства материала должны быть совершенно различны. Естественно, значит, должна различать, влияет, конечно, дефектность. Я хотел бы пояснить, почему все-таки обязательно эти трубки будут дефектными. Значит, здесь приведена вот, значит, вот эта фабрика, каталитическая частица, которая осуществляет, вообще говоря, три процесса, вот так вот, грубо говоря. В начале разложения, значит, молекул, которые содержат углерод, в данном случае этилен, потом обеспечивает транспорт углерода через свою частицу и внедрение связи углерода по связи металл-углеродно, здесь вот и рост, допустим, в данном случае многослойной трубки. Почему это все должно быть дефектно? Это, значит, то, что вот здесь вот уже получилось, после этого изменить вот эту дефектную структуру обычными методами не удается. Потому что процесс осуществляется вот в этой области. А температура плавления графита, это вот, ну, около, свыше 4000 градусов, а температура Дебая, при которой у вас атомы углерода приобретают повышенную способность самодиффузии и залечивания углеродов, они лежат свыше 2000 градусов Кельвина.
Вот, ну, 480, по крайней мере. Вот. Значит, для того, чтобы это исследовать, так вот, мы, значит, использовали прежде всего системный набор углеродных нанотрубок, полученных с использованием двух типов катализаторов, потому что, как я покажу, и катализаторы влияют на дефектность трубок. Вот на двух семействах, это железо кобальтовых и кобальт марганцевых. Кроме этого, мы, значит, предприняли вот попытки отжига углеродных нанотрубок при температуре выше температуры Дебая, чтобы отжечь все дефекты, которые... Ну и наш инструментарий, это был, конечно, просвечивающая электронная микроскопия, измерение электропроводности, которое делал Анатолий Иванович Хромоненко, спектроскопия КР, которая делалась, значит, в Институте общей физики в группе Елены Дмитриевны Образцовой, и атомно-силовая микроскопия, это делалось в Швейцарии в группе лаборатории ФОРА. Это вот те трубки, которые мы использовали, значит, они очень достаточно чистые, не содержат практически аморфного углерода. Можно, конечно, рассматривать здесь вот детали, и можно видеть есть некоторые неидеальности, конечно, этих трубок. Но, тем не менее, это вот мы использовали. Естественно, эти трубки были очень разные в зависимости от того катализатора, который использовался, вида катализатора. Скажем, здесь вот пластинка, вы видите, что мы получаем сразу ориентированные массивы. В том случае, когда эти были глобулы, значит, катализаторов, получались спутанные комочки. Значит, сразу же сходу мы использовали электронную микроскопию высокого разрешения, и мы были счастливы, то, что мы могли все это видеть. И считали, что вначале считали, что все это здорово и все достаточно, но потом жизнь показала, что это не так. Но основное так, это что содержится на трубках. Это, конечно, вот поверхностные загрязнения, вот они здесь приведены, просто их можно видеть. Это вот некоторые несростки, вот здесь вот дефекты типа дырок, которые могут вот существовать. Вот, значит, он мне обрезал немножко. Ага, хорошо. Значит, Y-junction, вот здесь вот, так сказать, вот соединение типа Y, вот видно слоев. Здесь вот может быть SP3 атома углерода, который соединяет эту штуку. Ну, оборванные, так сказать, вот эти, значит, связи углеродной трубки. Есть вот расслоение, тоже можно видеть все эти дефекты. Значит, мы начали, кроме того, значит, с помощью Рамановской спектроскопии. К счастью, теория развита очень хорошо. И вот есть по обзору вот, по графенам, обзор последний, достаточно 2013 года, Феррари с Баско, где все очень подробненько все расписано. Но, значит, идеальный графен, он вот, имеет такой вот спектр. И здесь вот, значит, люди в основном обращают внимание на вот D, уже полосу, которая вот, значит, характеризуется вот этими колебаниями типом, и 2D, фаномные, так сказать. Но когда появляется у вас колебания, значит, в смысле появляются дефекты, у вас сразу же делаются разрешенными колебания, вот, проявляются дефекты вот, значит, на краях каких-то, значит, графеновых, в дырках, на границах и так далее. То есть появляется D-полоса. Но очень хорошо, что одновременно она вот, значит, практически даже из одних и тех же объектов у вас можно сравнивать ее с 2D, потому что природа, так сказать, колебаний вызвана все-таки одними и теми же явлениями с одних и тех же мест. Поэтому, когда, например, рецензенты говорят, а вот вы там смотрели, и что, значит, ваши сравнения немножко не бывают корректны, то мы всегда отвечали, что вот эти полосы, они всегда возникают из одного и того же фрагмента. Значит, когда мы начали исследовать, ну, традиционно люди смотрели за отношениями D и G полос, значит, вот. Но это, кстати, мы когда посмотрели, оказалось, что это не всегда чувствительно. Но вместе с тем очень разительное было изменение, вот когда вот мы брали трубки очень разного диаметра, здесь от 5,5, значит, до 20 нанометров, средние диаметры, то мы получили практически вот, значит, линейную такую зависимость этих отношений. Значит, для другого семейства катализаторов, который мы исследовали несколько позднее, это вот вторая работа, мы увидели, что здесь получается несколько другая, так сказать, картина. Значит, получается другая зависимость. То есть каждый тип катализатора, он и характеризуется своим вот этим наклоном. Самое интересное, что, значит, ну, поскольку мы уже понимали, что это известно было, что, значит, это вот, с меньшим отношением это соответствует более дефектным трубкам,
И после этого, например, стало понятно, вот этот тип катализатора использовала фирма Bayer. Но судьба их производства, трубок, их Bayer труб, так сказать, они закрылись сейчас. Потому что они не смогли конкурировать с трубками, которые производит Nanocyl, Arkema. К счастью, у нас мы конкурентоспособны, и когда мы мерили образцы фирмы Arkema, то мы попадали, и на Nanocyl мы попадали как раз сюда, вот в эту точку, где-то у них были там трубки порядка 9-10 нанометров. То есть эта штука работает на всех других системах. Потому что Arkema и Nanocyl используют катализаторы этого типа семейства. Ну, все вот эти интенсивности этих линий, вот G, D, значит, это D-штрих, это интравеллы, так сказать, как вот я не могу, трудно, затрудняюсь перевести, это, значит, мода D, это вот 2D, вот здесь она G-штрих обозначена. А так или иначе, они везде описываются вот этим параметром L, размером эффективного размера графенового фрагмента. Значит, и были сделаны работы на графене. Это вот группа Феррейра. Они долбали графен идеальный практически аргоновым пучками, получали дырки, могли оценить из FM эффективные размеры L. И значит, их график вот выглядит вот следующим образом. Это мы просто взяли, пересчитали их данные, значит, в параметры отношения 2D к D. И здесь вот, если смотреть, вот наш участок, он начинается где-то отсюда, вот здесь получается тоже практически, ну, близко к линейной зависимости. Вот. И, значит, это мы использовали их данные, пересчитали наши данные на уже размер диаметра МОНТ, значит, и характерной области. Мы можем видеть, что эти характерные области, ну, по крайней мере, вот они, это порядка 10, вот, допустим, 11, так сказать, нанометров, а вот байеровский, так сказать, тип катализатора, как кобальт-марганцевый, ну, другие люди тоже используют, это существенно меньше. Значит, исследование зависимости, температурной зависимости электропроводности и измерение, значит, магниторезистивности или магнитосопротивления показало, что трубки разного диаметра характеризуются, вот, например, разными механизмами значит, электропроводности. Тонкие трубки, они характеризовались, вот, те, которые были, значит, они характеризовались вот, мотовской зависимостью. Это, то есть, значит, либо это прыжковая проводимость с изменяемой длиной прыжка, или это значит, кулоновская щель, еще можно обсуждать это в рамках этой теории. Но, значит, толстые трубки, они вели себя, значит, вот, зависимость у них была такая, это характеризует область, ну, механизмы, связанные с квантовыми поправками. То есть, опять же, получается, что тонкие трубки, они более дефектны, и из магниторезистивности, я здесь не привел слайд, были оценены, значит, области когерентности, ну, движения электронов. И оказалось, что для вот этих объектов эта величина, она сопоставима с тем, что мы получили из Рамана. И от тонких до толстых трубок она изменялась, ну, рассчитанная величина, конечно, от где-то 17 до 20 нанометров. Для того, чтобы убрать дефекты, мы предприняли усилия по отжигу углеродных нанотрубок. И, значит, мы грели, там, взяли два семейства трубок, одни были средним диаметром около 10 нанометров, другие около 20 нанометров. И когда мы их, значит, отожгли, то оказалось, что при температурах 2200-2800 в этом интервале они практически сохранили свою поверхность удельно измеряемую, потому что перераспределение углеродов происходило не через газовую фазу, а в пределах одной трубки, то есть, ну, в двухмерном пространстве. Значит, мы укокошили все вот эти дефекты. Но, значит, получили более-менее, скажем так, вот, вот эти исходные трубки, потом, здесь вот плохо видно, но разрешения нет. Но вместе с тем мы создали некоторые новые дефекты. Потому что, скажем, в тех местах, где у нас был избыток атомов углерода, то мы получили коленки, или мы получили вот такие вот упорядоченные графеновые вот такие фрагменты. Вот, мы получили или отслаивание вот такие внутри, или перегородки внутри трубок, они четко сформировались.
Но тем не менее, вот, скажем, по Раману мы сразу видели вот, драматическое увеличение значит, отношения 2D на порядок практически. То есть это очень существенно. То есть размеры графеновых флейков, вот, которые оцениваются по данным Рамана, они очень сильно увеличились. Это вот для двух семейств. Это для тонких трубок, это для толстых трубок. Оказалось, что трубки после этого стали гореть, зажигаться на температуру на практически 150-200 градусов выше. У них резко выросла устойчивость к электрокоррозии. То есть они в этом смысле превосходят, стали превосходить ну, типично используемые углеродные материалы вулкан. Значит, ну, здесь это вот как раз изменение данные по исследованию электрофизических свойств в группе Анатолия Ивановича Романенко лаборатории. Это как изменились свойства тонких трубок, а это как изменилась магниторезистивность. Вот это вот для пирографита, это исходные трубки тонкие, потом видно, что эти ветви стали приближаться к графиту. И пирографиту это для толстых трубок. То есть дефектность резко это. Значит, мы заинтересовались дальше, пошли. Значит, мы захотели измерить механические свойства и отдельных трубок. Для этого в группе Фора мы использовали атомно-силовой микроскоп. Это нитридопоровая значит, мембрана, на которую выкладывались трубочки. Это вид их в просвечивающий электронный микроскоп. Это на сканирующем электронном микроскопе. А это уже, значит, это уже картинка АФМ. Ну, каждую трубочку гладили по хребту вот так вот, с разным усилием. Получали вот такие графики, то есть изменения относительного значит, прогиба на трубке. И в зависимости от приложенной силы можно было вот отсюда подсчитать вот такой вот получали линейный кусок, из которого оценивали модуль Юнга. Что оказалось? Что исходные трубки, они, значит, вообще-то говоря, очень сильная зависимость наблюдается от диаметра. Эта зависимость не описывается, ну, как говорят, что там, тонкие трубки всегда, как правило, более прочные, она не объясняется. То есть это все-таки говорит о том, что толстые трубки оказываются механически менее прочными. Высокотемпературный прогрев значительно повышает модуль Юнга этих трубок. Но обратите внимание, что исходные трубки и прогретые трубки тонкие, они практически обладали одинаковым модулем Юнга. И вот здесь возникает противоречие. А что же мы мерили, так сказать, с помощью Рамана и электрофизических измерений, наши оценки? И это, так сказать, противоречие каким-то образом надо было объяснять. Но, к счастью, появились работы по исследованию вот, уже последние годы различных значит, дефектов, которые так или иначе структурируют графен, и вы получаете мозаичную структуру, когда у вас, не нарушая, сказать, то есть не существует дырки, а образуются когерентные границы, ну вот из, допустим, пятичленников, семичленников, то есть в этом случае система сохраняет ковалентные связи между этими различными границами. И в группе Хоны, значит, они мерили вот этот вот графен, это вот, значит, оптического микроскопа, вернее электронного микроскопа, вот видно границы, и это вот из АФМа. И они с помощью АФМа измеряли модуль Юнга фактически, или, так сказать, вот нагружение, смотрели прочность, значит, в свободных областях и по границам. Оказалось, что вот эти вот глубина проникновения, так сказать, а это вот нагружение. Оказалось, что наличие вот этих границ очень незначительно меняет механические свойства. Есть теоретические расчеты, которые тоже показывают, что в принципе графены мозаичные имеют, если у них там когерентные границы вот это возникают, то они имеют прочность, приближающуюся к прочности чистых графеновых листков. И это как раз вот хорошо с точки зрения, так сказать, создания каких-то композитов, где используются механические свойства трубок, но для, скажем, электронных свойств наличие вот таких вот границ всегда приводит к сбою фазы, и вы как раз и получаете измерение, что у вас сбой электрона, фаза происходит вот на этих границах, то есть они создают определенное сопротивление. То же самое и в Рамане тоже, вы видите вот этот фрагмент, вот эти вот 2D
Вот, значит, то есть вы оцениваете фактические размеры вот этих вещей. Значит, таким образом мы тогда пришли к заключению, что наши углеродные трубки, чтобы объяснить вот эту вот разницу, они образованы мозаичными фрагментами. И когда она, значит, растет, мы фактически имеем вот такие вот фрагменты, значит, которые связаны между собой ковалентными связями. И мы считаем, ну, предполагаем сейчас на данный момент, что там пятичленники, семичленники. Вот почему так происходит? Потому что вот это вот все-таки размеры достаточно большие. И правая сторона, ей совершенно не заботит, что делает левая сторона. И в этом смысле у вас действительно может возникать разная ориентация. Когда вы прогреваете при температуре, вы эти дефекты отжигаете. Вот. Чтобы объяснить это явление, мы, значит, воспользовались нашими данными, полученными по состоянию катализатора в ходе реакции, полученными методом инситу рентгенофазового анализа вот в ядерной физике. Вот здесь вот на пучке, на этом кольце у нас стоит наш, имеем пучок. Это вот высокотемпературная камера. Мы имеем возможность исследовать катализатор в ходе реакции. Здесь проведено сравнение состояния катализатора для двух типов, значит, систем, ну, каталитических систем. Это все это железокобальтовые, но на разных, так сказать, носителях и различающих размеров. То есть мы сравнили интенсивность рентгеновских вот этих линий, так сказать, дифрактограмм до, в ходе реакции и после того, как мы охлаждали. Для крупных частиц мы получили практически совпадение, то есть из этого мы делаем вывод, что наш катализатор в ходе реакции находится в кристаллическом состоянии. А в случае вот более мелких частиц мы получили несоответствие этих вот линий. После охлаждения у нас интенсивность выросла от 40 до 60%, то есть говорит о том, что часть каталитических частиц находится в рентгеноаморфном состоянии, по крайней мере. Мы не говорим жидкие, но, значит, вот, осторожничаем. Но поскольку понятно, что углерод растворяется при поверхностном слое, он может его в значительной степени аморфизовать, а когда уже вы имеете частицу маленькую, то понятно, еще 3 анстрема, 3 нанометра с каждой стороны, у вас останется очень маленькая частица. Ну и для того, чтобы объяснить это, вот я здесь вот взял, значит, кристаллическую частицу вот этого кобальт-молибденного сплава. Я, значит, не стал только использовать, конечно, вот эту аморфизацию поверхности углеродом, но видно, что здесь вот у вас между поверхностными атомами, где я сохранил атомы водорода различных графенных фрагментов, вот существует соответствие геометрическое. И, значит, здесь бы на этой грани у вас должна была бы расти вот, скажем, сетка графеновая, ориентирована таким образом. Для уже другой грани у вас уже существует, может существовать вот наиболее энергетически выгодно вот такая ориентация. Но потом, когда они залечиваются, когда вот здесь встречаются на каких-то уже и высокоиндексных гранях, у вас получается цепочка пентагонов, гектагонов. И, значит, то, что важно, то, что, почему мы получали более такие с мелкими фрагментами графеновых чешуек, вот эти вот для тонких трубок, это как раз объясняется, вот, если мы уменьшаем размер вот этой кристаллической частицы, то вот эта вот L графеновых фрагментов, она, значит, коррелирует с размером вот этой каталитической частицы. То есть все очень хорошо сходится. Значит, если у вас есть другие идеи, то я вот с удовольствием их слушаю. Вот. Таким образом, для роста вот наши выводы заключаются, что необходимо изменять вот состав катализатора, чтобы получить. Это можно воздействовать также условиями синтеза, потому что вы влияете на условия зародышеобразования углеродных отложений, на источником углерода можно влиять температурой, давлением. Потому что, например, вчера докладывали по однослойной трубке, и там получают их на металлическом железном катализаторе, но температура у них существенно выше. Размеры зародышей критических у вас углерода меньше, получаете более тонкие трубки. Но... И, значит, конечно, влияет тип реактора. Кроме того, газовое промотирование, то есть здесь очень много эффектов. Но я не располагаю возможностью сейчас это говорить об этом. Значит, и вот я хотел бы этим завершить, что о том, что, значит, в принципе, для того, чтобы иметь конструкционные и композиционные материалы различного назначения, вам необходимо семейство углеродных нанотрубок различного типа. Если есть кому-то хочется, там можно продолжить.